15. Великолепно китаянка сейчас сыграла. 30-15. Она уже не раз сегодня показывала, что, может быть, она не обладает настолько яркой и мощной атакующей игрой, как Шарапова, но ей тоже палец в рот не клади. И она в атаке тоже может играть ярко и изобретать. Классный фильм. Отбадривает Мария сама себя. Первый-то она тяжелейший мяч достал уже, если бы ко второму успела. Сразу медаль надо давать. И памятник ставить. Замечательный прием Шараповой. Ну и достойное завершение этого розыгрыша. Ровно. Перетягивание каната в этом гейме продолжается. Брейкпоинт. Брейкпоинт заработает Мария Шарапова очередным очень хорошим приемом. Давненько вообще уже не приходилось произносить словосочетание в отношении Шараповой. Очередной хороший. В последнее время все как на качелях было. Уже большей части плохо. Ой-ой-ой, а вот это помощь. Не то в ребро ракетки, не то в виброгаситель мяч прилетел Пэн Шуай. Но эта ошибка дорого может китаянке обойтись, конечно. Ошибка в выигрышной абсолютно ситуации. Тут она могла делать, что хотела. Могла и с отскока этот смеш играть. И солнца-то сейчас нет, не могло оно ей помешать. 4-3, Мария Шарапова выходит вперед. Она будет подавать следующую. Это одно из любимых американских развлечений в подобных мероприятиях. Кисс-кэм, камера поцелуев.
Так, ну теперь все будет гораздо более серьезным. 4-3 в решающей партии ведет Мария Шарапова, и она на подаче. Может быть, но она на подаче, правильнее будет сказать. За последний гейм настраивает все-таки на оптимистичный лад. Старт неудачный. Не уверена в правильности решения арбитров Мария Шарапова, хотя, по-моему, аут там действительно был. Шарапова берет все-таки челлендж, переговорив коротко с Марианной Алвиш. Но Алвиш вряд ли могла хорошо видеть этот эпизод на дальней от нее боковой линии. Тут очень... Call stance. Love of team. Шарапова is one challenge. Работает подача. 15. Да, кстати, первое очко в третьей партии, выигранное Шараповой после второй подачи. До этого 7 неудачных попыток было. 30. Каждый выигранный мяч на своей подаче сейчас для Шараповой маленькая победа. 30-15. О, блестяще! 40-15. Двойной геймпоинт. 40-30. Делает это. Очень коротко сыграла Шарапова, киксанул мяч у нее на ракетке. Коротко, с достаточно высоким отскоком. В общем, Пеншуай обязана была с этого мяча атаковать. 5-3. Выдыхает Мария, вместе с ней выдыхают тысячи и миллионы ее поклонников. Один гейм остается Марии до победы. И лучше бы этот гейм, вот этот гейм сделать последний. Уж непостоянно сегодня подача Марии. Хотя в последних двух геймах надо отдать должное Шараповой. Она очень неплохо подавала. И от главной напасти вроде бы на этом, по крайней мере, на этапе матча, этапе сета избавилась. Прием чуть длинноват. 15. Fifteen thirty.
видно, что очень расстроена тем, как сейчас складывается дело Пеншуй. Все еще можно дотянуться до матчбола. Он совсем рядом. На расстоянии одного хорошего приема. Да, но тут больше потребовалось, чем один только прием, но Шарапова с этим справилась. В своих лучших традициях бронебойная атака. За первыми двумя мячами Пеншуй успела, но за третьим тут уже было. Надо Надаля вызывать, его ноги. Разве что он бы мог туда прибежать вовремя. 30-40, матчбол. И прием на вылет завершает этот местами столь яркий, а все-таки в большей части столь мучительный поединок для Марии Шараповой и для тех, кто за нее переживает. Да, но преодолев себя в первую очередь, не без помощи Томаса Хокстеда, Мария Шарапова шагает в полуфинал турнира в Indian Wells. Там ее поджидает Каролин Возняцкий, которая внимательно наблюдала за всем этим матчем, и вместе с Петром Возняцким слабые места Шараповой уже подметила. Впрочем, никаких новых слабых мест, пожалуй, что этот матч нам не открыл. Мы помним матч Шараповой-Возняцкий на US Open. Я думаю, с огромным интересом все любители тенниса будут ждать их новой дуэли. Но будем объективны, безусловно, Каролин в этой встрече будет фаворитом. Так как играла Шарапова в первом сете и в самом дебюте второго, ну и где-то вот в окончании третьего, такой теннис может ей помочь доставить, как минимум, доставить очень серьезные трудности Каролин Возняцкий. Ну, с таким теннисом можно попытаться датчанку победить. Но рассчитывать на это при том теннисе, который Мария показывала во втором сете, будет сложно. Пыталась играть до конца каждый мяч, и это помогло мне выйти из вот этой ямы, говорит Шарапова. Well, there are nothing but great memories from this court for me, and it was a few years ago, so I'd love to win that title again. We wish you the best of luck. Will you sign some tennis balls and hit them out to some lucky fans, Maria? If you have enough energy, do you have enough energy? Да, Мария, уже было хорошее выступление здесь, и она, конечно, говорит, что надеется повторить выступление вновь оказаться в финале. Ну, а этот матч, конечно, очень энергозатратным, нервозатратным получился для Шараповой. С огромными перебадами, 2 часа 22 минуты. Ну, завершу свою мысль.